И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Dark and Light. Собственно, продолжаем играть в эту замечательную игру. Воу, передо мной открываются все двери. Да, NPC все еще нету. Как вы понимаете, настроечки я не менял, все осталось то же самое. И, как видите, все просто супер. Светло как днем и замечательно. Ну, так не как днем. Будем считать, что это просто затмение солнечное. Поэтому немножечко так темновато. Если вы посмотрите в левый нижний угол, то вы увидите 15,5 левел, даже больше, чем с половиной левел. С чем это связано? Да черт побери, вы не представляете. Мне нужно было реально снимать возвращение домой. Там просто был ад, было такое месиво. Там экшена было больше, чем во всем предыдущем выпуске. Я завалил 3 или 4 гиены, подожди, 4 гиены только было в одной. 2 пантеры завалил. Одна пантера меня завалила, я потом ее так и не нашел. Древень, эти женты, видел парочку, рядом подходил, проверял, агрессоры или нет. Гоблинов валил, скелета завалил. Было жестко. Было реально, нереально жестко. Вот, и в целом, залутал зеленый метеорит и достал вот оттуда ядро стихии света. 2 штуки. Не знаю, зачем они мне, но залутать, как говорится, залутал. Экшена было просто жуть, как много, и честно, я сожалел о том, что я не поставил на запись, и вы это все просмотрели. И все еще до сих пор не открывается. Жаль, там кроватка стоит. Так, что у нас тут осталось? 4 дня. Нормально, у меня еще на 4 дня есть. Так что хватит насниматься пока что. Вот, как я уже, конечно, говорил не раз. Еще, я думаю, вот эту недельку поснимаю. Посмотрим, сколько серий выйдет. Вот, и я переключусь на обратно на арк, потому что, ну, 10 FPS, 12, 11 FPS сейчас при записи. Не знаю, ну, не любит мой компьютер эта игра. Ну, не загруженный у меня компьютер на максимум. И причем, как я уже говорил, хоть я играю на самых максимальной графике, хоть я играю на самой минимальной графике, у меня держится 15 FPS кое-как. 13-15 где-то так вот постоянно. И это просто кошмар. Я не ощущаю вот это вот загруженности, прогруженности. Для меня все прекрасно. Я ощущаю, как при 30-ке FPS. И все нормально. Но иногда вот эти пролаги, прогрузы и так далее меня раздражают. И, ну, честно, игра меня просто-напросто не любит в этом плане. Такие вот дела. Ну, да и бог с ней. Спасибо Сереге за подсказку, за Сергей. Он на Ютубе подписан. Спасибо ему за подсказку, за подсказки. Подсказал то, что Виверна не агрессор. Точнее, если даже ее атаковать, то, что не агрессор, я уже замечал. А вот то, что если бы ее задеть и атаковать, то она сама убежит в итоге. Вот этого не знал, это вообще здорово. Просто офигенская информация, мне очень она точно поможет. Потому что я думал, если я ее случайно задену, это все это будет кранты просто. Что-то мне кажется, громкая музыка слишком. Вот так сделал. Ну вот, что еще? Также мне сказал, что это создается не кровать, а, черт побери, спальник. Я вот сейчас смотрю, крафт бедролл. Бедролл. Господи, я знал, что я тупица, но я не думал, что настолько. Как я мог забыть? Ролл, то есть скручивать, скрученная кровать. Это спальник переводится. Долбанный спальник. Почему я тогда затупил? И не раз затупил. Это сраный долбанный спальник, бедролл. Это я еще помню с английского языка 6, что мы учили английский с 5 класса. Так вот, 2 год обучения английского языка, 6 класс у меня был. Мы это там проходили. Да, я понимаю, что это прошло больше 15, где-то около 15 лет, но все равно.
Bedroll. Кровать? Скрученная кровать, по-простому говоря. Забыл. Ну ладно. Спальник я уже создавал, так что мне осталось создать только сундук. Вот, поэтому немножечко сегодня позанимаемся крафтом. Немножечко нет времени побегать. Завтра у меня будет время. Я думаю, будет время. И я... Не знаю, получится или нет, но я хочу путешествовать с этого города в город людей. Я реально хочу просто выдвинуться в путешествие, набрать жратвы, одеть самую мощную броню и пойти в чертово путешествие. Далеко. Ну, докуда дойду, так сказать. Вот, и там уже будет видно, что да как-то где. А, кстати, по металлу. Я тут железные руды добыл 6 штук. И сейчас общая медные руды 167. Кстати, металл добывается с медной руды. И прикиньте, я ее нашел просто буквально. Сейчас я вам покажу, сейчас вот вырулю. Короче, суть в чем? Не видно отсюда будет. Выходишь из города, проходишь вдоль реки, подходишь к скалам. Все! Там они были. А я давал кругаля. Короче, я потом, когда возвращался, я обошел эти скалы, вырулил на эти дома, вот где вот защита, вырулил на них, подошел сюда, переплыл. В общем, короче, я такого кругаля, мать его, дал. Это просто жуть. Вот, но медная руда рядом с городом прям находится. Это здорово, это удобно. Так, давайте стряпать уже сундук. Стряпать пестик-тычинку эту. Так, кожа, камень мне нужен. Веревка, солома, дерево. Кожа, камень, веревка, солома, дерево. Так, разное. О, у меня здесь кожа есть. Здорово. Типа. Так, кожа. Камень, говорю. Дерево. Ладно, хватит. И солома. Веревка. Забыл веревку. Вот так вот. Ненавижу, когда... Здесь нет автоматического застакивания предметов. Вот это меня раздражает. Реально. Ну, это введут. Это обязательно введут. Потому что игра еще... 10 дней! Реально, 10 дней игра всего лишь. Поэтому, как бы, 10 дней игре. В альфа-тестировании. И, как бы... Запал к игре немножко под угас и все в таком духе, поэтому сейчас будет как-то разработано даже полегче. Веревку я еще успел. Кстати, идете в путешествие, идете вперед. Стак шардов с собой в карман. Запомните это раз и навсегда. Идете в путешествие, стак шардов в карман. Я сраных полчаса потерял в попытке добыть шарды. Это просто кабздец. Реально. Из-за нехватки шартов я чуть пару раз не сдох. Поэтому, идете в поход, не поленитесь, возьмите стак шардов. Пригодится, поверьте мне, пригодится. У меня вот эти вот срани ломались просто на ура. Одну гиену завалю, бух, сломалось. Одну гиену завалю, там кого-нибудь завалю, бух, сломалось. Все. Я выживал только благодаря тому, что у меня их два. Ну, лучше говорю, даже 3-5 сделайте. Пускай единичку веса вообще будет занимать. Но легче будет. Вот, реально, будет намного легче. Это я вам говорю как человек, который просто занимался таким адским выживанием, что до сих пор не верится, как я вообще там выжил. Один раз только сдох, и то сразу же вернулся. Сразу же как-то нашел все это дело, вернулся, прибежал такой. Там, в атаку все дела. Так, создаем пестик, создаем тычинку, ну, в смысле, сундук. Такс. Кожаный шлем, а чем тебе надо? Дофиган тебе надо.
Вот, открыли, кстати, грядочки у меня, седло вот открылось на кабана, теперь сам могу состряпывать, а не только спирать с животных. Так. Что я творю, блин, мне ж так легче. Все, погнали за дом. Все, поставим это здесь. Как видите, у меня тут уже раз все стоит, то... Да что такое, блин, наежму выходит из инвентаря. Так, раз уж тут все стоит, то и это поставим здесь. Переименовать, задать пин-код, допустим... По-моему, слава богу, четырехзначный пароль, так что мне ничего придумывать не придется дополнительного. Ну вот, 15 ячеек, ну допустим, я здесь могу хранить мясо и так далее. Да что такое привычка наезжать? Так, давай вот тут пестик тычинку поставим. На полу, отлично, на полу требуется размещение. Это за пол не считается, вот это уже подстава. Эх, это же говно нельзя. Фигово. Фигово, фигово, фигово. Ну ладно. Так, о, сундук-то я скрафтил, чё я? Алло, я сундук там скрафтил. Где моя награда? What is this? А где моя награда, жлобы? Сраные. Ты пошли все в жопу. Так, что мне тут нужно сделать еще? Уже закончим одну ветку. Раз пошла такая пьянка. Стрефунтейшн? Чё? Я прям чувствую, что стреф это что-то, мать его, какое-то прям жесткое. Билдер, господи, где я ищу-то? Так, броня. Кстати, у меня... О, а это что такое? Скилл ранкс. О, шерстяная. Круто. У меня это типа скоро откроется, а нет тут. Ой, ё-моё, какой левел. Такс. О, дом. Еще у нас тут. Верстак гильдии. Прикольно. Join the house. Craft house item. Понятно. А это что? Это у нас знамя, да? Да, боевое знамя. Декор. Так, ну это все лажа. Че еще вообще нафиг? Все, вспомнил, что я ищу. Так, это у нас не вуд, это у нас... Так, мажор. Здесь все по-русски стало писать. Flamework. Flamework. А там Staywork. Короче, без понятия, народ. Если знаете, пишите в комментариях, что это же говно и где он находится, Stream Foundation. Я не знаю уже. И... Fiction title. А, там типа донатить, походу дело взаимодействие с торгашами. Ну, понятное дело, я не могу с ними взаимодействовать, так что все фигово. Так, ладно, погнали. У меня где-то тут есть фундатион. Так, отлично. Нафига я все их забрал? Все, погнали за город. Да что такое, на Е нажал. Даже вот так вот можно будет сделать. На структуру сити. Окей. Какой громкий звук, однако. Ну посмотрим, посмотрим, что из этого выйдет. Ну наконец, хоть где-то хоть что-то нашел, блин. Дофига как от города пришлось убежать. Ну да и пофигу. Мне все равно только построить вот эту фигню. Пестики, тычинку эту. Ступка, ступочка, ступка. Так, что я могу сделать? Серный порошок.
Ага, это я серу перемолю. А здесь кварцевый песок, это я камень перемолю. Ну и это чай. Чай в топку. Слушайте, слушайте, слушайте. А нафига я сюда бежал делать, ставить все это дело, если я мог у себя там в городе это пошариться? Такс. Секунду. Хо-хо. Золотая овечка, что ли? Ну-ка, 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 ну-ка. Да, снова золотая овечка. Интересно, если ее притомить, то золото я смогу добывать с нее. Да уж. Вот, если ее убить, то лутается вот эта вот фиговина. Golden Fleece. Вот, поэтому такие вот дела. Так, что у меня, что мне нужно? Мне нужна сера. Говорю, мне нужна сера. Так, это говно скидываем. И мне нужен камень. Он 2 сотки. Как раз. Погнали. Решил, короче, ее завалить. Думаю, заодно и мясо добуду. И завалю. Ах ты ж, ёптя. Ёптя, ёптя, иди сюда. Да бляха муха. Сломался. Да что ты, якорный бабай тебя. А, кстати, также Серега подсказал то, что если впритомить овечку, короче, то кормя ее травой или соломой, сам не помнит. Ну, я думаю, наверное, соломой. Хотя, может, травой, то можно кожу. Ой, не кожу, господи. Шерсть с нее добывать. Такие вот дела. То есть, ну, по-простому говоря, за траву крафтится этот. Шерсть. Ну, говорит, это долго, легче просто линчевать ее и не заморачиваться. Но, опять-таки же, если впритомленная, то это вполне неплохо. Ну-ка. Да зайди ты в инвентарь, зайди. Ну, включить нажми. Не знаю. Блин, мне это яркое свечение уже раздражает. Ага, прикольно. Не знал. Так, ну-ка давай-ка вот это все уберем. Лишнее говно. Авось проканает. Во, проканаял. Проканаяло. Отлично. Конечно, кстати, места я что-то не сильно много таки добываю. Оп! Не понял. Что же за звук был? В левом ухе. Или это я так добывать пытался? Точно. Идиотизм, блин. Звук чисто в левом ухе. Это настолько тупо, что это просто крипово. Да. Короче, не получилось у меня мясо добыть. По-нормальному. О, там у другие. Магический алтарь. Отлично. Чуть дают, не знаю, конечно, но отлично. Создать могу теперь магический алтарь. Добил таки. Решил ягодку сначала собрать, потом уже что-либо делать. Создание волшебных предметов. Интересно. Ой, ёптвою уж налево, он металл требует. В слитках. Ладно, бруду хотя бы. Я бы ещё понял. В слитках, это, конечно, да. Ну, отлично. Могу джем создать. Жрать охота. Вы бы знали, как сильно. Так, ром-ном-ном-ном-ном. И отлично. Жить можно.
А, кстати, я же еще и левелапнулся. Что-то я вот этого и не заметил. Отлично, вес 200, мана 200, здорово. Выносливость вполне достаточно. Можно оглушение немножко подкачать. Даже не знаю, что еще качать там. Может, выносливость, а может, еще вес. Ну вот, собственно, момент истины и настал. Экс. Проверяем. Да, могу. Craft all. И craft all. Все здорово. Потихонечку, не торопясь, качается. Качается сразу же алхимия. И все здорово. Если прокачать алхимию, я смогу вкачивать, создавать бутылку, наконец-то. Кубик льда, который непонятно зачем он мне нужен. Костяная мука. Прикольно. О. Рестинг поушен. Здорово, здорово, здорово. Так, что за фигня? О, отлично. Алхимия, ранг 2. Здорово. Могу создавать бутылку, наконец-то, и кубик льда. А создавать в инвентаре у себя. Неплохо. Здорово. Здорово, здорово. Все, можно, так сказать, на коленке, и все вполне неплохо. Ну, что я могу сказать? Сейчас создам все это дело, и уже посмотрим, что да когда где. Алхимия. Ранг 3. Костяная мука. Все вполне неплохо. Костяная мука. Ну да, создается чисто из кости. Одна штука нужна. Одна штука, одна мука. Ну, а у меня уже камень, да, перерабатывается практически до конца. Так-с. Кстати, видите, алхимия больше не качается. И я хочу посмотреть, что для... почему это так и что для этого нужно. Нифига себе, аж зависло. Алхимия. Алхимия. Ну, создаю, да. Материалы создаю. А, вот почему. Надо 24 левел. Ясно. Ну вот так вот все легко и просто, и мне сказали, не, чувак, короче, с тебя хватит. Ну ладно, ну а создам уже серный порошок. Пригодится. Почему бы, как говорится, и нет. Опыт вообще хотя бы мне хоть обычно-то тикает, нет? Интересно. Как мне посмотреть, обычно опыта тикает, нет? Ага, вот, вижу. Да, потихонечку тикает мне, потихонечку. Прям... Раз, два, три, четыре. Короче, каждый 4 это 0-1. Да уж. Не, ну тикает. Тикает на том хорошо. Не, все-таки классные настройки. Блин, я забыл. Если не забуду, то под этим видео в описании выставлю эту строку. Я забыл ее добавить в прошлом видео. Я сейчас только что вспомнил. Здоровски, здоровски. 3 часа ночи, а у меня светло как днем. Это просто настолько кайф. Никакая настройка гаммы не проканает. Это просто кайф. Ну а я тем временем состряпал уже этот сраный порошок и бегу. Ну, можно так сказать, до дома. Посмотрим, что вообще я могу сделать и сделаю. Сейчас надо покопаться будет в этих всех. И посмотреть, что я могу вкачать еще. Давай уже заедай его. Отлично. Так, 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 это все скидываем. Что я могу вкачать себе, к примеру? Так, ну-ка. Это что у нас такое? А
Ай, ёпта, воюш налево, да пошел ты в жопу! Опять странный скелет, а? Ага, да пошел ты в жопень. Ёпта, да пошел ты в сраку. Я экипировался. А теперь... Магиус Убивакиус. Вау, 8-й левел! Уху! Говно скелетное. Бесят они меня. Вот ебок. Вот кто бесит, так это они. Так, давайте ножичком разберем. Да, что-то пошло не так. Ну-ка давай, киркой. Кстати, скелет. Во, метеорит. Если скелет бегает, значит метеорит точно появился. Просто они появляются вместе с метеоритом. Главное, чтобы смерти здесь не было. С косой. Ты овцы. Вообще будет супер. Так. О, это белый. И дрость хитимы. Ну, отлично. И до сих пор не знаю, зачем они мне, так что пофигу, соберем. Удобно, удобно. Они здесь спавнятся постоянно. То есть дроп здесь падает и типа, спавнится. Очень удобно. Да. И все-таки надо этого сраного скелета доразобрать. Включить, бляха-муха. Beast Magic. Ну-ка, может, мечом? О, мечом сразу, кости пошли, пошли. Да, мечом надо разбирать было сразу же. Ну, пошла жара. Кубик льда. Я его теперь сам могу стряпать. Так что все здорово. Ну отлично. И кстати, ну-ка. Завалил я его. И вот, пожалуйста. Третий уже сломался. Так, вот и Magic. Это говно. Огненная стена. Интересно. Коллект сульфур. Крафт фай атом. Отлично. Dark Magic. Это у нас что? Rune of Dark Vision. Это жрать хочу. Что за в натуре? О, ветряной ресурс. Во, вот это мне надо. Молния, это супер. Feathered и Iron Out Materials. Отлично. Может попробуем состряпать вот эту фигню. Вот эту фигню. А что на нее нужно? Кстати, что это такое вообще? Rune of Cooling. А, ну понятно, руна льда. А что на тебя нужно? А, это на противника и ему вес уменьшает, наверное. Потому что там что-то про вес сказано. Так, вот на это говно. А, что на тебя нужно? Понятненько. Дофига, что нужно, если что-то на то пошло. Такс. Мне эта скотина уже бесит, ебого. Постоянно хочешь жрать, ты нище долбанное. Так, мне нужно вот это. Мне нужно вот это. И шарт. Мне нужно вот это. Теперь я могу состряпать вот это. И посмотрим, создастся ли. Точнее, будет ли вкачиваться.
О, ветряной ресурс. Отлично. Lightning Bolt. Вот это уже замечательно. Это то, что мне нужно. Lightning Bolt. Давайте посмотрим, что на него нужно. Здорово. Не зря создавал. Так, теперь это вот назад. И назад, ёшкин кот. Так, мне нужно вот это, блин, я забыл, что мне нужно. Мне это урчание уже бесит. Такс. У меня в разном. Угу. Вот это вот оно нужно мне. И агл. Все по дефолту. Шарды. Не, ну. Угу. Шарды у меня же здесь. Да уж, если его создавать, то, точнее, с ним бегать, то нужно будет еще вот этот предмет с собой таскать. А это уже немножечко неудобство. Да уж. Я бы даже так сказал. Очень даже неудобство. Ну ладно, удалил немного свой голод от стороны ягоды. И погнали потестим уже магию. Магию, конечно же, молнии. Заодно, думаю, и места добудем, чтобы пожрать можно было. По-нормальному. Так, я хочу ударить. Ну-ка. Уй, да! Это то, что нужно. Raiden Wins. Да, это то, что нужно. Вперед, не тормози. Ну, кстати, можно бочки полутать и с них яблоки подбывать. Кстати, давай, пока я все-таки здесь, а то я думаю, сейчас там еще опять жрать сильнее захочу, и меня еще сильнее это начнет все дело бесить. Ну все, вроде как немного еды добыл, и погнали тестить. И... Бэнкс! 80! Отлично, ваншот просто! Бьюш! О, вот это кайф! Просто ваншотает. Вот это я уже понимаю. Магия более высшего левела. То, что мне нужно. Так, ну-ка, есть что в тебе? Тащить труп. Ну, тащить труп мне точно не нужен. О, стоять, стоять, стоять! Бляха-муха. Мне ж тебя лучше на шерсть разделывать. Так, есть что? Нет, чё. Здорово. Здорово. Просто ваншотает на ура. Это, конечно, офигенно. Самое главное, что благодаря такому большому дамагу он расходуется намного меньше, нежели, допустим, огненный. Вот это здорово. Конечно, да, огненный поджигает, и он наносит еще дополнительный урон. Но в целом, допустим, в боевых условиях, лучше один раз ваншотнуть, чем поджарить и наносить периодичный урон. Ой, как он, не периодичный урон, а постепенный урон. Вот, поэтому как бы такие вот дела. Хоть мясо добыл, кстати, вообще, хотя бы единичку. Ага, добудешь тут мясо, хотя бы единичку. Ну, куда вот меч. Авось добуду. Во, пошло, пошло мясо, мясо. О, ладно, жить буду. А, блин, да, я думал, это гоблин. Хача! Блин, я уже эту молнию обожаю. Теперь понятно, почему там чувак бил молнии. Конечно, он-то знает, знал толк в нормальной магии. Теперь и я знаю толк в нормальной магии. Отлично, отлично, добыли места и изучили молнию. Да, это то, что нужно. Ах. Да, благодаря этой фигне мне однозначно будет легче путешествовать по этому долбанному безумному миру. А это означает, ну, я, возможно, все-таки дойду до следующего города. Самое главное, понять, куда бежать. Да. Ну... Одно я точно могу сказать, я хочу однозначно просто взять
выбежать и бежать, бежать. 27 левел? Пустой. Залутали. Сволочи. Сволочи. И надеялся вообще-то хотя бы на камень. Ой, на дерево. Вот, поэтому как бы... С такой магией мне, у меня больше будет шансов выжить. Это, конечно, очень здорово. Также я посмотрю, может, авось еще смогу состряпать себе из брони, побегу по верстачкам, вот этим вот, которые расстановлены в городе, и уже посмотрю, что, когда, когда, где. Но это уже все дело будет за кадром, так как я не вижу смысла вам все это дело показывать. Так, у меня десятка дерева есть, так что все, супер. И отлично. Зажечь огонь. Крафт ол. Да. Здорово. Эй, алё, блин. Фига себе. Нажал назад, он пошел вперед. Ну, бывает. Так как я повернулся. Ну что, народ, на этом уже я точно буду с вами прощаться. Много чего сегодня узнал. И много чего сегодня изучил. Так что все просто замечательно. Спасибо, что поддерживаете меня. Ставите лайки. Спасибо, что комментируете. Подсказываете. Саша Шабатин и Серега. Это вообще просто отдельно такие люди, которые мне много что подсказывают по игре. Что-то уже знаю. Но, как говорится, уж лучше лишний раз переспросить, знаю ли, чем в итоге промолчать, и я не знаю, и вы не подсказали. Вот, конечно же, лучше так. Вот, поэтому как бы вам огромное спасибо всем, кто меня поддерживает. Арк будет, есть идея по арку, так что к нему вернемся, я думаю, уже на следующей неделе. Ну, а на сегодня уже точно все. На этом я уже буду с вами, пожалуй, прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого и добра. Всем пока.